наша Россия, наш президент, вас, наши силы, право и честь. Уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин, мы, Нестеров Медлицкий, со всеми героями самого лучшего в мире форума «Армия-2022», торжественной церемонии открытия форума «Армия-2022» с господином Мантуровым Денисом Валентиновичем, Борисовым Юрием Ивановичем, Саликовым, Салюковым, Евменовым, со всеми россиянами. Мы поздравляем вас с открытием форума «Армия-2022», с выдающимся историческим поздравлением и выступлением Владимира Владимировича Путина. И очень просим вас, уважаемый Владимир Путин, избираться на пост президента России на выборы президента России 2024 года. Игры, объединяющие людей смелых и мужественных, выбравших нелегкий путь защищать свой народ, свою страну и мир во всем мире. Today marks the start of the annual International Army Games of Friendship Games. 39 brave and courageous people who have chosen the difficult path of protecting their people, their country, and peace all over the world. Forum Army 2022. В 2022 году уникальное состязание военных специалистов собрало представителей 34 государств. Мы приветствуем страны, принимающие участие в армейских международных играх. In 2022, the unique competition of military specialists brought together the representatives of 34 states. We welcome countries participating in the International Army Games. Дмитрия Донского, святых Людмилы, Марии, Екатерины, Александра Невского, Андрея Первозванного, Дмитрия Донского, Кирилла Мефодия, Алексия, все высшие награды, ордена, медали. Республика Абхазия. Нобелевские премии мира, славы, честь России. Предстоящий выдающийся исторический триумфальный самый лучший день победы на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. И победе самой лучшей в мире, победе героя спецоперации армии России Луганска, Донбасса, фашизм на Украине не пройдет, танки, самолеты, ракеты, генералы, адмиралы, Министерство обороны. Это залог их высокой мотивации и успешных выступлений. Генеральный штаб России лучший в мире. Россия всегда побеждала, всегда побеждает и всегда победит. Мы выступили с инициативой, мы не с исторической инициативой, мы Нестеров Медлицкий выдвинули на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента Республики, нашу выдающуюся, самую лучшую в мире инициативу о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Путина. Мы предоставили во все высшие государственные инстанции, Госдуму, Совет Федерации, администрации президента, правительства, форум «Самый лучший в мире», форум «Армия-2022», Алабино, парк «Патриот», герои ВДВ на Красной площади, поддержали все делегации, все страны. Господин Мантуров поддержал Денис Валентинович, Борисов, Юрий Иванович, Лихачев, Мишустин, Володин, Матвиенко, Шойгу, Герасимов, Шевцова. Все поддержали нашу историческую, самую лучшую в мире выдающуюся инициативу о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. И мы очень просим вас, уважаемого Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного, мы Нестеров Медлицкий, со всеми героями. Со всеми героями форума «Армия 2022 очень просим вас, уважаемого Владимира Владимировича Путина, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Уверены, что новое выступление поможет им подняться на новую ступень. Россия всегда побеждала, всегда побеждает и всегда победит. Фашизм на Украине не пройдет. Герои спецоперации армии России Луганска, Донбасса лучшие в мире.
фашисты, украинские националисты, бендеровцы, давайте! Россия всегда побеждала, всегда побеждает и всегда победит. Джо Байден, проси прощения, негодяй Джо Байден, проси прощения у нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. Также мы выступили вместе Рубитлистки с инициативой всех ястребов США и НАТО, ЦРУ, Джо Байдена, украинскую хунту, бендеровскую, националистическую, украинскую хунту, фашистскую, всех, военный, всенародный трибунал. Россия всегда побеждала, всегда побеждает и всегда победит. Всем героям ФСБ, НВД, МВД, форума «Армия-2022». Герой ВДВ на Красной площади и армии родной посвящаем наши песни, служить отчизне дорогой. Будем все мы вместе, на страже Родины стоите вы надежно. И выдающейся исторической предстоящей триумфальной победе на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина мы всегда верны, всегда во всем вам доверяться нужно. Вы смелые защитники страны, солдат России, слава и отвага. Страну родную защитит всегда верность долгу, воинской присяге, штандарту президенту армии, полка на Красной площади, на торжественной церемонии открытия форума «Армия-2022», на марше, на параде, на воинских учениях и в бою, и на груди геройские награды. Солдат России, он всегда в строю. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, права и честь. Радости, звонкие песни, в небе звенят над Москвой, над Алавином, парком Патриотом. Победой на выборах, триумфальной победой на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного, и победа самой лучшей в мире, победа героев, спецоперации армии России Луганска-Донбасса, лучшие в мире, победа на века, объединила россиян всех на века. Мы все сплотились вместе, Рометлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ильяне Максимович, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Рахима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Сел Владимир, Татьяна Семеновна, Владимирович. Мы все сплотились за нашего любимого президента Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович Путин, президент любимый всенародный, все делает для счастливой, благополучной, комфортной, безопасной, самой лучшей в мире жизни россиян, для укрепления мира на планете, предотвращение ядерной мировой катастрофы, ядерной войны. И вам все высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, армии 2022. Слава и честь России Владимиру Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путину, Мишустину Михаилу Владимировичу, Владлене Владимировичу, Александру Михайловичу, Алексею Михайловичу, Михаилу Михайловичу, Мишустину Дмитрию Анатольевичу, Медведеву, Вячеславе Владимировне, Сергею Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Легову, Воробьеву, Шойгу Сергею Кожегедовичу, Шойгу Сергею Кожегедовичу, Денису Валентиновичу Мантурову, Денису Валентиновичу Мантурову, Борисову Юрию Ивановичу. Когда команда Конго чихает шаг перед трибуной, вертолет Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного, было радостное чувство видеть уважаемого господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, мы вас очень просим избираться на пост президента России.
Святого Пьедестала и веру в собственную силу. Наша Россия, наш президент, вас, ура, ура, ура! Великое триумфальное предстоящее исторический республика, самое лучшее в мире, победа на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина и победа героев спецоперации армии России, Луганска, Донбасса, лучшее в мире, победа на века. Уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий Верховных сил России Владимир Владимирович Путин, мы нести рубежницы очень со всеми россиянами, со всеми героями армии, формы армии 2022, герои ВДВ на Красной площади, торжественная церемония открытия форума армии 2022. Мы все нести рубежницы очень просим вас, уважаемый Владимир Владимирович Путин, президента любимого всенародного, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Поздравляем. Много счастья. Вот они, наши герои. Чеканит в руку счастье победоносный шаг. И в небе развивается российский славы флаг.